Экологические инициативы молодежи. Форум с таким названием прошел в Саратове. Он был посвящен защите окружающей среды. В частности, на нем рассмотрели эколого-образовательные инициативы саратовских педагогов и студентов. Обо всем поподробнее. Анна Егорова. Такой городской форум в Саратове организован впервые. На нем студенты вместе с преподавателями обсуждают важные экологические проблемы. Театрализованные постановки юноши и девушки призывают участников форума и всех собравшихся сохранять природу. Я бы хотела призвать к чистоте, чтобы они поддерживали не только свой дворик, да, как обычно бывает, но и, в общем, бы ходили на субботники, в общественных акциях участвовали. То есть поддерживали активную жизнь города. Студенты младших курсов говорят о том, как важно не только не загрязнять, но и бережно относиться к природным ресурсам. На форуме ребята разбились на команды, где каждая подготовила свой социальный проект. Уже 5 проектов: «Зеленая аллея памяти», «Школа добрых дел», «Мой зеленый друг», «Птицы в нашем городе», «Сохраним природу родного края». Они уже реально реализуются на базе образовательных учреждений города Саратова и Саратовской области. Мы благодарны нашим педагогам, которые участвуют, организуют деятельность детей. И у них действительно позитивный опыт, есть что показать, и они достойны внимание. Напомним, что в течение текущего года 44 общественных объединения Саратова реализуют проекты, касающиеся охраны окружающей среды, здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. И сейчас организации-победители, получившие гранты, активно реализуют свои идеи. Анна Егорова, Денис Злобин, Ярослав Квитко, «Вести Саратов».